Поздравляю, да. Все россияне сияют, Господь Иисус да. Христос, Божья Мать. Иисус Христос, я христиан благословляю. Все христиане. А вот вам, да, а у деревни, да, все россияне. Поздравляю, да. Правительство, правительство партии Единой Медведева Дмитрия Анатольевича. Все россияне заявляют да. Самый лучший перецедент, владеющий случай, Дмитрий Анатольевич Медведев. Все россияне заявляют да. Самый лучший перецедент, владеющий случай, Дмитрий Анатольевич Медведев. Все россияне заявляют да. Господь Иисус Христос и Божья Мать. Всех россиян благословляют. Голосовать. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2019-2024 года и на пост председателя правительства партии «Не Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Дни рождения! Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович, Екатерина Владимировича, Светлана Владимировича Медведева. Самые лучшие праздники для всех! Успехов вам желаю. Успехов вам желаю. От души и сердца. От души и сердца мы вас, вас мы поздравляем. С днями рождения, с вашими именинами. Чтобы вам сопутствовал всегда. Чтобы вам сопутствовал во всем, всегда, во всем, во всех делах. Успех, на благо Родины. Большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018 года. Все россияне, мы не террористы, героем партии «Единая Россия», Народный фронт, армия ВСМВД. Сразу поддерживает всегда. Тандем Путин-Медведев. За всю историю России самый лучший. Россия Путина-Медведев. Партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ВСМВД. Господь Иисус Христос, Пресвятая Богородица. Отныне на века. России Путина Медведева. России Путина Медведева. Мир сотрудничества. Группа Сочинской конференции. И планеты будущей. Два президентских срока. Путина Владимира Владимировича. Объединил всех. Россия Путина, Медведев, Россия Путина, Дмитрий Анатольевич 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 Медведев, Россия Путина, Дмитр
Добрый день. Днем рождения с именинами мы вас поздравляем. Много счастья, Божьего благословения вам желаем. На чертой годах. Президентских сроков. Нефтяники Владимира Владимировича 2015-2017. Партия не Россия, народная, бегут, армия, бежит. Надо поддерживать всегда. Там же Медведев, Путин Медведев, там же Руси, до всей стороны России. Там и Руси, герой армии МВДФ. России Путин и Медведев. В мире поддерживаемся. Богородица. Отныне на века. Остроки Путина и Медведева. Мир сотрудничества. Глубо всех наций конфессий. Все планеты будущие. Наша Россия. Наша Россия. Наша Россия. Наша Россия. Россия великая страна. Ныне на века. Право и честь. Россия великая страна. Достойный президент на веки на века. Дни рождения. Владимир Владимирович. Путин и Медведев. Ура! Великий Медведев. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Мария Владимировна Кириллова. Путин и Владимир Владимирович Медведев. Самый лучший в мире. Ура! Дни рождения, именины Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Ивановны Путина, Светланы Владимировны, Людмиловича Медведева. Самые главные праздники, радостные для всех. Мы вас поздравляем, много счастья, здоровья вам и желаем, чтобы вам сопутствовало всегда во всем большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Поддерживаем всегда. Самые лучшие в мире тандем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, один опасный, да? Господь Иисус Христос, Господь Богородица, с Великой Россией, Путина, Медведева, Велика, Шатов Путичества, с Россией, всех наций, всех конфликтов. Григорьев, поздравляем вас, все участники поддержания в руках. Принес срока Путин, Владимир Владимирович, 2019-2020, Путина, Медведева, Григорьев, с именинами мы вас поздравляем. Прошу вас поддержать. Много счастья, Божьего благословения вам желаем. Путин и Медведев. На президентских сроках Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича Медведева поддерживаем всегда. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Владимирович Путин, поздравляем вас, супругу, уважаемую супругу Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Людмиловича Медведева, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия» Народный фронт, Неверова Сергея Ивановича, Воробьева, Жукова, партии «Единая Россия» Сулкова, Дворковича. Поздравляем вас с победой, триумфальной победой на выборах партии «Единая Россия» Народный фронт и двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается, уже всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира. Поддержали все участники, организаторы театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается. И все поддержали высшие награды фестиваля театрального МХАТа главным героем России всей планеты, культуры, искусства, литературы, театра, музыки, живопись по всем номинациям. Двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Вот мы сегодня разносим 15 октября в честь победы триумфальной на выборах. В честь триумфальной победы на выборах партии «Единая Россия» Народный фронт и двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. И высшие награды театрального фестиваля в МХАТе, который сегодня открывается. Мы вас приглашаем на этот фестиваль. И слава и честь России, Госпремии России, Нобелевские премии мира, всех стран, всех континентов, все фестивали, все кинцевали. Вам главный герой России, всей планеты. Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Ильиничу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Сергею Ивановичу Неверову, партии «Единая Россия», Народный фронт, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И высшие награды театрального фестиваля. В МХАТе. Который сегодня открывается. Наша Россия. Вам при Путину Медведеву, партия «Единая Россия», Народный фронт. Наша Россия. Наш президент.
Поздравляем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с высшими наградами театрального фестиваля в Амкате и с победой на выборах. Победой на выборах партии «Единая Россия», народный фронт, двух президентских сроков, Путина Владимира Владимировича. Председатель партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Все высшие награды фестиваля в Амкате, который сегодня открывается. Мы вас приглашаем. Вы самые главные дети культуры, театра, кино. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев. Самый лучший в мире тандем. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Сергей Иванович Неверов, единогласно. Да, поздравляем вас. Высшие награды фестиваля театрального в Амкате и слава и честь России, наш России, дни России, дни рождения победы, самые главные радостные праздники на планете. Поздравляем вас, счастья, здоровья вам и желаем, от души и сердца поздравляю с высшими наградами театрального фестиваля в Амкате. Вы главные театралы. Спасибо, восхищаемся вами. Спасибо, восхищаемся вами. С победой. Победа, триумф, ура, победа, велика. Наша Россия, партия России, народный фронт, культура, наука, партия и Россия, народный фронт. Ура, победа, велика, единая, самый лучший в мире тандем. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, Сергей Иванович Неверов, единогласно, да. Россия, Путин и Медведев. Единая Россия, народная фронта, единогласно, да. Господь Иисус Христос и Божий Матерь, Бога, благодать наша Россия, наша семья. Путина, Медведева, Россия, Путина, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Медведева, Сальбунистов, Сальбунистов, мир всех на века. Будущее, настоящее и все планеты будущее. Наша Россия, наша Россия. Спасибо, восхищаемся вами. Поздравляем вас. Победы вас. Расчите вашу героическую руку. Спасибо. Восхищаемся вами. Ура, победа. Приглашаем вас сейчас в Амхат на открытие фестиваля. Да, единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестивали театрального в Амхате, который сегодня открывается, фестиваль славы и честь России, высшие наградные ордена партии «Единая Россия», народный фронт, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, всех кинофестивалей, главным героем России, всей планеты, самым красивым мужчиной Владимировичу, Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Эмилии Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Лермичу Медведеву, Сергею Ивановичу Собянину, Неверову, партии «Единая Россия», народный фронт, Воробьеву, Жукову, Журову, партии Табакову, Олегу Павловичу, Михалкову, Никите Сергеевичу, Мединскому, Ливанову, Скворцовой, Калмыкову, Шаману, Калмыкову, Сердюкову, Бортникову, Федулину, Баранову, Колокольцеву, Зотову, Награду, Грибакину, Россиянкову, Сокнову, Россиянкову, Зотову, Селезневу, Родионову, Александрову, Ивлеву, Краснову, Павлову, Краснову, Пишулину. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, победа на века. Россия великая страна. Россия великая страна. Достойный президент, навеки навсегда. Навеки навсегда. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Наша Россия, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Уже господин президент России, Верховный командующий вооруженных сил России Владимир Путин. Поздравляю вас и вашу награду супругу Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведева, Светлану Владимировну, Илью Ильичу Медведеву, Сергея Семеновича Собянина, партию «Единая Россия», народный фронт, Сергея Ивановича Неверова, Бортнику, Колокольцеву, Сердюкову, Комарова, Колмакова, Чурова, Олега Павловича Табакова, Никита Сергеевича Михалкова. Сегодня здесь, в Амхате, открывается исторический международный фестиваль театрального искусства, посвященный... Давай покажем театр, посвященный... Давай туда покажем. Посвященный юбилею Станиславского. Константин Сергеевич Станиславского. И мы, Нестеров Микитский, поздравляем вас с триумфальной победой. С триумфальной победой на выборах. На выборах триумфальной победы Путина Владимира Владимировича. Путина Владимира
Владимира Владимировича Дмитрия Анатольевича Путина, Владимира Владимировича Дмитрия Анатольевича Медведева, партии «Единая Россия», «Народный фронт», самого лучшего в мире КНДР, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, на выборах триумфальная победа партии «Единая Россия», «Народный фронт» и самого лучшего в мире КНДР, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Это успех, победа, триумф всей России, всего прогрессивного человечества. Мы вас поздравляем от всей души, счастья, здоровья, успеха. Мы вас поздравляем. Сегодня открывается здесь в историческом знаменитом театре, в самом лучшем театре в мире МХАТе Олега Павловича Табакова фестиваль, международный фестиваль. Международный театральный искусство, посвященный юбилею Станиславского. Приезжают на этот фестиваль самые знаменитые театральные коллективы со всего мира. И мы, Нестор Медлицкий, Владимир Николаевич, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Татьяна Владимировна, мы с Олегом Павловичем Любаковым поздравляем вас, партии «Единая Россия», «Народный фронт», мы вас поздравляем с высшими наградами театрального фестиваля МХАТа. Вам, самым главным, красивым и мужественным людям на планете, главным героям, главным деятелям культуры, театра, посвященного юбилею Станиславского и фестиваля «Слава и честь вам, России». Владимиру Владимировичу Путину. Высшие награды по всем номинациям. Вам, главным героем России всей планеты. Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Светлане Владимировне, Елене Дмитриевичу Медведеву, Олегу Павловичу Табакову, Никите Сергеевичу Михалкову, Сергею Ивановичу Неверову, Воробьеву, Исаеву, Шмакову, Журову, Терешковой, Родниной, Фетисову, Крикалеву, Бортникову, Колокольцеву, Баранову, Грибакину, Сахнову, Виноградову, Сердюкову, Макарову, Виноградову, Шаману, Селезневу, Орфиенкову, Калмыкову, Вострокину, Вострокину, Мединскому, Ливанову, Сеславинскому, Дворковичу, Суркову, вам, главным героем России, всей планеты, партии России, народный фронт, армия ФСБ, МВД, героем науки, культуры, героем науки, экономики, спорта, Скворцовой, здравоохранения, спорта, вам, главным героем России, всей планеты. Эти наши произведения поэтические мы посвящаем с любовью, восхищением и благодарностью двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, сам лучший в мире вашим родным и близким, вашим днем рождения, именинам, вашим днем рождения, победам, триумфальным на выборах и на всех фестивалях, в том числе на театральном фестивале в МХАТе, фестивале «Слава и честь России», премии России, Нобелевские премии мира. Вам, главный герой. Голосую за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Всегда. Голосую за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича сегодня. Голос свой за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год и за самый лучший в мире тандем Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, отдай. У вас неуважаемый Владимир Владимирович, Народный фронт, отдай. У вас неуважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, Людмила Александровна, Мария Владимировна,
Екатерину Владимировну, Светлану Владимировну, Илья Дмитриевича Медведев, партии «Единая Народный фронт», поддержка всенародная. Владимир Владимирович Путин на два президентских срока, 2012-2017, 2017-2018, всем миром избран, Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев, всем миром поддержать, за вас мы уважаем Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, все россияне, армия МВД, ФСБ, Грузия, прокуратура, полиция, лучшие в мире. Идем театр российский, театр лучший в мире, кинематограф, культура, искусство, здравоохранение, образование, спорт, космос, разведка России лучшие в мире. Идем мы все голосовать, за вас мы все идем голосовать, волеизъявление народное. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», «Народный фронт», все главные задачи, с Олегом Павловичем Табаковым, Сергеем Ивановичем Неверовым, Сергеем Семеновичем Собяниным, Колокольцевым, Барановым, Бортниковым, Сердюковым, Чайковым, Шуровым, все главные задачи нам, Воробьевым, все главные задачи нам, Рикардовым, все главные задачи, Скворцовой, Ливаном, все главные задачи нам решать, Зотовым, Родионовым, Александром, Павловым, великой, святой, процветающей России, Владимиром Владимировичем Путиным. И все главные задачи нам решать. Великий Святой, все осуществлять. Великий Святой, процветающий Россию, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, Господь Иисус Христос и Божья Мать, и Святая Благодать. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правая честь. Россия – великая страна, достойный президент. Россия – великая страна, достойный президент. На веки, навсегда. Навсегда. Да, Христос нам всю правду сказал, всю правду сказал. Иисус его светлое имя. Его светлое имя. Всем чтимы, всеми любимы. Он победу, программу и два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018 года. На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич самой главной победой назвал. Самой главной победой большой. Главный смысл. Смыслом и целью единения. Да, Россия, да, Владимира Владимировича Путина, Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, партия «Единая Россия», Народный фронт, дружба всех наций и конфессий, весь центр Вселенной, все народы ведет за собой. Главный смысл мировой. Главный смысл и цель мироздания. И поддержка всех стран, мировое признание. Два президентских срока Путина, Владимира Владимировича, 2012-2018, 2017-2018 год. На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, всенародной всемирной любовью одной. Всемирной любовью. Слово было истоком. Поздравляем вас с открытием фестиваля. Несколько слов. Не могли бы поделиться вашим впечатлением? Спасибо большое. Девочки, поздравляем вас с открытием фестиваля. Что вы ждете от фестиваля? Несколько слов. Спасибо. Поздравляем вас с открытием фестиваля. Несколько слов. Что вы ждете от фестиваля сегодняшнего? Поддержали высшие рады Путину, Медведеву и Табакову, нашим героям. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Табаков, восхищаемся вами. Я сейчас хочу зайти в театр. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, правая честь, прекрасная атмосфера на театральном фестивале. Здравствуйте, поздравляем вас с открытием фестиваля. Несколько слов, что вы ждете от фестиваля? Несколько слов. Если удастся что-нибудь посмотреть. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Два президентских срока Путина, Владимир Владимирович. 2012-2018 год. И высшая награда театрального фестиваля имени Станиславского. Путина, Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, Табаков. Табаков. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, наша Россия, наш президент, вас наша сила, правая честь.
Поздравляю вас с открытием фестиваля. Несколько слов. Что вы ждете от фестиваля? Несколько слов. Это фестиваль имени Станиславского. МХАТовский знаменитый фестиваль. Со всего мира приехали театральные коллективы. Мы вам желаем посмотреть обязательно. Это историческое событие. Спасибо. Всего доброго. Наша Россия, наш президент, ваша сила, пожалуйста, счастье. Поздравляем вас с открытием фестиваля. Не подскажете, что вы ждете от сегодняшнего фестиваля? Несколько дней. Спасибо большое. Спасибо. Желаем хороших просмотров. Вот он, знаменитый, легендарный Большой театр. Уважаемый гражданин, господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путин, Светлана Владимировна, Леонидович Медведев, здесь мы Собянин, партия «Единая Россия», партия «Народный фронт». Поздравляем вас с триумфальной победой на выборах партии «Единая Россия», «Народный фронт», «Народный фронт», двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича и с открытием фестиваля двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год поддержали все, и мы, Нестор Метлицкий, и все участники фестиваля, организаторы Олег Павлович Табаков, все организаторы. Никита Сергеевич Михалков, все организаторы Международного театрального фестиваля имени Станиславского. Вот сегодня здесь проходит театрального искусства имени Станиславского. Наша Россия, наш президент, вас наш сил, правая честь. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, правая честь. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Путин, поздравляю вас с триумфальной победой Анатольевича Медведева, Александровна Мария Владимировна, Владимир Владимирович Медведев, Собянина Олег Павлович Табакова. Поздравляю вас с победой партии России, Народный фронт на выборах и двух президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на постпредседателе правительства партии России Медведев Дмитрий Анатольевич с высшими наградами фестиваля театрального Станиславского, наша Россия, наш президент, вас, мы назвали вас лауреатами, победителями по всем номинациям, Владимира Владимировича Путина, фестиваля имени Станиславского, и слава честь России, Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Светлана Владимировна, Владимира Владимировича Медведева, Олег Павлович Табакова, Никита Сергеевич Михалков, Собянин Сергей Сергеевич, Колокольцев, Гортин, Баранов, Рибакина, армия ВДВ, Ровчество, образование, Скворцова, Иванова, наш президент, наш президент, Неверова, наш президент, посвятил правую честь. Вот проходит прекрасный фестиваль имени... Фестиваля, да? Да, это в рамках фестиваля. Да. Что вы ждете? Фестиваля. Какие ощущения? Спасибо. Все поддержали высшие награды. Путину, Медведеву. Здравствуйте, поздравляем вас с фестивалем. Что вы ждете от фестиваля? Несколько слов, будьте любезны, просмотра, если можно. Пожалуйста. Мы самый лучший в мире фильм «Путин, Медведев, Путин, мировые лидеры». Все поддержали, два президентских срока. Путина, Владимир Владимирович. И высшие награды фестиваля Путина, Медведева и Табакова. Спасибо большое. Здравствуйте, поздравляем вас с фестивалем. Нет, только слов не поделите. Что вы ждете? Здравствуйте, мы вас поздравляем с проведением фестиваля. Несколько слов. Что вы ждете от фестиваля, от просмотров этого спектакля? Несколько слов. Скажите, ваши впечатления. Потому что мы считаем, что этот фестиваль самый лучший. Самый лучший в мире. Вот, и все с большим желанием идут на фестиваль. Что у вас впечатление? Скажите, пожалуйста. Нашим деятелям театра.
несколько слов. Возвращение к Станиславу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Господь Иисус Христос, и Пресвятая Богородица, отныне на века.
России Путина Медведева. С России Путина Медведева. Мир сотрудничества. Дружба всех наций и конфессий. И планеты будущее. Наша семья единственная. Наш сил правый чечек. Голосуй за два предельных шлока Путина Владимир Владимирович. Голосуй за два предельных шлока. Пашка, благословите, Путина. Днем рождения Путина, два предельных срока, высшая награда Путина. Высшая награда Путина, высшая награда Путина. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Наша Россия, наш предельный раз, наша сила правый чечек. Наша сила правый чечек. Все везде, всегда. Батюшка, благословите, батюшка. Два предельных срока и день рождения Путина. Вот надо будем медведем Кирилл. Наша Россия, наш президент, вас, наш силу прав, через Собянина. Кирилл. Наша Россия, наш президент, наш силу прав, через что это за запись такая? Здорово. Ты их забрал. А ты их понятно? Не надеюсь. Вообще, поразили. Не надеюсь, ты вообще. Два президентских срока. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года. И россиян объединили на века. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года. Все россияне дружно заявляют «да». И на пост председателя правительства правительства партии «Единая Медведева» Дмитрия Анатольевича. Россияне заявляют «да». Самый лучший президент Владимир Путин Дмитрий Анатольевич Медведев. Все россияне заявляют «да». Господь Иисус Христос и Божий Матерь. Всех россиян благословляют. Голосовать за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Здравствуйте, два президентских срока Путина Владимира Владимировича. День рождения Владимира Путина, поздравляю. Благословите, батюшка, с днем рождения, высшая награда Путина, Медведева и вам, нашим светильникам. С днем рождения, поздравляю вас, Путина, для президентскими сроками Путина. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас, наш сильный правый человек. Здоровья, счастья, успехов вам желаю. Успехов вам желаю. От души и сердца. От души и сердца мы вас мы поздравляем. С днями рождения, с вашими именинами. Чтобы вам сопутствовал. Да, во всем, во всех делах, на благо Родины, большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Все россияне, мы Нестеры Дмитрицкие, герои партии «Единая Россия», «Народный фронт», армия под ПМВД. Рады поддерживать всегда. Тендем Путин Медведев. За всю историю России самый лучший. С Россией Путина, Медведева, партия «Единая Россия», «Народный фронт», армия ПМВД. Господь Иисус Христос. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России, Владимир Путин. Поздравляем вас, поздравляем супругу Александровну. Владимир Владимирович, Дмитрий Владимирович, Путин, Дмитрий Анатольевич, Медведева, Светлана Владимировна, Дмитрий Владимирович, 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 Дмитрий
Товарищи, Сергей Семенович, Собянина, партия «Единая Россия», мы поздравляем с замечательными праздниками, вашими днями, армия МВД, ФСБ, ГУЧС, прокуратура, самые лучшие в мире, Госдума, Совет Федерации, правительство, партия «Единая Россия», самые лучшие в мире, Народный фронт. Поздравляю вас с вашими прекрасными днями рождения и именинами. Этот праздничный гимн мы посвящаем вашим дням рождения. Дни рождения Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, именины вас и ваших родных близких, Людмила Александровна, Светланы Владимировны, Филипп Мичевич Медведев, Раи Владимировна, Екатерина Путина, Валентина Ивановна Филипенко. Для вас, герои России, все планеты, самые радостные праздники на планете. Божье благословение, Бог и благая вам лето, счастья, здоровья, успехов, вам желаю. Мы вместе близкие освящаем нашу праздничную аудиторию вашим дням рождения и именинам. Светлая Людмила, святая Светлана, святая Валентина, Мария и Екатерина, Мария и Екатерина, ваш образ пресветлый. Ваш образ пресветлый всем путь озаряет, всем путь озаряет, их жизни прекрасной, их жизни прекрасной стези направляет, стези направляет на подвиг служения. На подвиг служения всех людей вдохновляет, всех людей вдохновляет и веру в Христа, и веру в Христа всем сердца укрепляет, всех сердец укрепляет на подвиг отчизне. На подвиг очищения Господь всех зовет, Господь всех зовет. Всех Путин, Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, победе ведет. Народный фронт, армия МВД, ФСБ, лучше прокуратуре, победе ведет. Мы славим отчизну, мы славим Творца, мы славим Творца и Божия Матерь, и Божия Матерь, с Россией всегда, с Россией любимой всегда, и с днями рождения, и с днями рождения. Мы вас поздравляем, мы вас поздравляем. Успехов, здоровья, успехов, и счастья желаем. Здоровья и счастья желаем. День рождения президента. День рождения Путина Владимира Владимировича и председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича. И председателя правительства России, партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Вас и ваших родных и близких. Вас и ваших родных и близких. Самые светлые и радостные. Самые светлые и праздники на планете. Праздники на планете. В эти прекрасные праздники, в эти прекрасные море цветов, праздники, счастья и любви, море цветов, счастья и любви, подарков и песен, и стихов,
подарков и песен и стихов. Божьего благословения, Божьего благословения, благая вам лето, благая вам лето. Мы Нестеровы Метлицкие, мы Нестеровы Метлицкие, партии Единая Россия, Народный фронт, армия ФСБ-МВД, со всеми россиянами мы вас поздравляем. Самыми прекрасными праздниками ваших дней рождения и именин. Мы вас с любовью, с уважением, восхищением, благодарностью поздравляем. Ваш подвиг служения Отчизне ваш подвиг мы все прославляем. Слава, ура! 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 Великая победа! России на века! Великая победа России на века! Два президентских сроков Путина Владимира Владимировича. Путина 2012-18, 2024 года дают нам все силы. И если бы спросили, я вам рассказал, как чайки над морем необыкновенно красивы, и море, и небо, как зрительный зал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-18-24 года дают нам все силы. В своем выступлении Путин Владимир Владимирович о самом главном сказал: победе, к прогрессу всех он призвал. Победе, прогрессу всех он призвал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-18-24 года всех объединили. На подвиг свершения всех вдохновили. На подвиг свершения всех вдохновили. Свободы, прогресса, любви, идеал. Прогресса, любви, идеал. А час возрождения России настал. А час возрождения России настал. Чтоб все россияне здесь счастливо жили. И все народы с России дружили. За час возрождения России настал. И все народы с России дружили. За час возрождения России настал. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-18-24 года символ совести, веры и правды и чести. Символ совести, веры, правды и чести. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича поддержим все вместе. Поддержали, поддерживаем все вместе. Ваш высший смысл жизни, любви, идеал. Ваш высший смысл жизни, любви, идеал. Христос нам всю правду открыто сказал. Путин Владимир Владимирович, Путин Владимир Медведев, Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ-МВД, главный президент, человек, политик, миротворцы, защитники, десятилетия, столетия, тысячелетия на всей планете. Десятилетия, столетия, тысячелетия.
тысячелетия защитники российской планеты. В своем выступлении Путин Владимир Владимирович на все вопросы времени дал ясные и четкие ответы. На все вопросы времени дал ясные и четкие ответы. Перспективу развития всей человеческой цивилизации и всех народов он путь указал. И вновь ли Христа в облаках отражение, стремительной силой восходит наверх. И выше всех знаний, и выше всех мер. И выше всех знаний, и выше всех мер. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года главный смысл и цель единения. Наша Россия, наш президент, вас наши силы, право и честь. Наша Россия, великая страна, достойный президент, навеки навсегда.